Слава Украине! Героям слава! Так, вот сюда вот нельзя, зато нижнюю хотя бы зацепить. Кто там говорил, что нельзя, блин, залезть? Только прицелься, Денис. Тихо, тихо, ты шо? Смотри, не упади. Че тоже не упал. Все? Все. Какая красота, я не зацепился за лестницу. Защиты друг от друга. Вы, кстати, вот когда снизу бегаете, вот, представьте, что вы играете за ОМОН, там, за полицию, вот эти вот чуваки, которые там ходят, это... Ты мне... понимаешь, у меня же есть способность, это... которая позволяет перепрыгивать через них. Это митингующий, короче, типа, манифестацион, да. держи. Видишь там сколько... Со флагом СССР, РСФСР, понимаешь, бегают? Видишь, сколько там этих полицейских машин, это типа, да. Мы приехали. Хорошо. Это такой пидорский костюм, Данил, да. В чем проблема? Как поменять? Я сейчас чуть не сорвался. На базе поменять. Где спальный мешок? Я сейчас чуть не сорвался, это было весело. Блин, ну так бегать стрёмно, это капец. Здесь по этой фигне. Как же я высоко. И причем вот мне сейчас нежелательно смотреть вниз, это в принципе нежелательно, когда ты паркуришь. Это пиздецки страшно. Ну поэтому... Блин, я А, не, у меня одна хп. ХП. Охереть. А, блядь! Я это видел. Он заглюк, он заглючил, что это было? Ты, я еле выжил сейчас. Ты чуть-чуть не сорвался. Ну я, наверное, Денис еще проведу сюда. Домой. Все, мне в любом случае надо. Эй, я там залагал. Лол. Живой? Да, я живой. Ну лол, как тебя качает, смешно. Вверх-вниз пидорит. Так. Доехать, вот лодочка есть. Ну, тут три лодочки, ребят, четыре. Давайте, посидим. Сейчас я в воду прыгну. Че, я к вам прыгаю? Ты все рыбы сейчас распугаешь, что ты прыгаешь? Я прыгаю к вам или жду здесь? Подожди, давай мы втроем прыгнем. Или с нами можешь забраться, не знаю, короче. Я не лечу, но я могу с вами прыгнуть, давайте. Если хочешь. Сейчас, подождите меня там снизу, хорошо? Лети, да. Вы смотрите на это, да? Да, достаешь у меня на воздух. В воздухе. Слава Украине! Я бетон, короче, там. А такой я очень глубоко вдурнул, на самом деле. Да, я знаю. Ты рядом с бетоном упал в пару метров. Блин. Ни одна хп. У меня аптечки нет. Как ты тут сдох вообще? Я упал. Лезешь? За мной лезешь? Да. Вот тут прыгни тупо в сторону, вот сюда. Ой. Ой-ой-ой. Я сдох. Блин. Я понял. Так. Спасибо. Блин, я не помню, как там залазить. Сейчас смотрю. Не понимаю, куда прыгать. Блин, прикинь, мы бы сейчас друг друга в воздухе влезались. То, что я-то сейчас сижу, жду, как вы подниметесь, я отманю мертвяков в другую сторону, и вы сможете пробежать нормально. Не, блин, у меня аж руки потеют, ладони. Я тоже сейчас все ладони потнул. Ну, хорошо, они проработали систему. Да, что ладони потеют. Блять! Почти как настоящий. Надо, я пизданулся. Как Антон Логвинов, типа... Играешь, тут лазишь, прям руки потеют. А, да, руки, все время 10 из 10. Да, это 10 из 10. Когда лазишь по всяким крышам, еще такое ощущение, что сейчас упадешь, руки потеют постоянно. У меня сейчас все ладони вспотели, потому что я пизданулся. И по идее, когда ты уже упал, у тебя переломы, и выйти уже не до пота. Да, я думаю, что это, может, не лыжи. Да, да, вообще. А давайте проверим, кто из нас профессионал, и вот здесь попрыгиваем, даже, может, сверху. Денис, хочешь попрыгать тут? Нет, спасибо. Откуда? Я с таким трудом тут проходи, подожди. Ну, а не прикольно, что делаешь, что шатает. Ну да. Откуда вы попрыгать хотите? Я не хочу. Ну, видишь, там вот это, где дырки, сейчас ты бежишь.
по ним можно попрыгать. Ну так я не хочу прыгать это. А, ты про это? Да. А чё, ты готов? Ну можно. Ты сам-то готов? Я тут еще не знаю. Я-то только что сиранул от страха, но я готов. Я дистанцию от прыжка тут еще не помню, как вообще управлять. В принципе, я могу. Блять! Я 4 дырки, я вот эти все дырки пропрыгал только что, ты понял? Вот эти все просто по перекладинам. Ну я не верю, я не вижу. Пиздец. Пиздец, блядь. Не, в пизду, это слишком стрёмно. Мне хватило. Перед этим еще вниз надо посмотреть, потом прыгать. Да я и смотрел перед этим вниз. Это реально стрёмно, в пизду, мне не нравится такое дерьмо. Что? Да это реально стрёмно. Сейчас я это отойду. Даниил. Что? Раз уж он отошёл, у нас есть время, давай. Давай попрыгаем, хули. Я-то подхожу. Давай, я тоже здесь. Чё, отсюда начнём? Ну, да. На перегонки или просто кто сможет пройти? Да не, просто, блядь, кто быстрее. Точнее, кто дальше дойдёт. Ну чё, ты первый? Ну давай. А, это прям так? Конечно. Блин! Хорошо! Ой, ну всё, я на первую упал. Как это было сложно. Теперь веришь, блин? Да я просто не знаю, на какой дистанции он тут может прыгать. Я тоже не знал, я просто прыгал. Для меня сейчас реально загадка, почему не цепляется ни за что вообще. Ты умер? Да. За изгиба трубы. Тебе нужно попасть по ней. И он хватается уже после того, как начнет падать. Твою мать. Спасай. Ща. Как я упал. Ну хватайся! Не, ну все, бегай. Ты тоже, что ли? Да, почему-то не ухватился. Это до ночи только началось, поэтому, братан, ты немножечко пока неудачно. Ты там сидел, мы решили немного челлендж, так сказать, устроить. Мы сдохли оба. Выиграл. Да, ты выиграл. Ну как, раз ты тоже сдох, ну ладно. Я сдох, но я чуть дальше пропрыгнул. Ну, да, да. Мы уже всё. После смерти обговорили, типа, ну ты пропрыгнул, значит. Ну я первый пошел, короче, как-то мне удалось пропрыгать почти полностью. Ой, блин, вы бы сейчас видели, что только что было. Это типа про распрыжка, да? Да. Тут как что, надо... Да твою мне... Ну Денис, ну ёптую. Ты просто задерживай пробел, все будет хорошо. Я мимо пролетел. Ты просто держи пробел, пока не пролетишь до конца. Я просто мимо пролетел. Ну ты теперь хотя бы понял, как туда залезать? Я на этом же, опять меня... Короче, в реале тебе точно не будет. Ёптать. Слышал, что бумкнуло? Да. За Денисом кто-то гонится, судя по всему. Он сказал фразу «твою мать», и смотри, как он быстро бежит. Но уже нет, все в порядке. Что это там желтый свет из всяких городов? Это типа имитация того, что там люди живут, или что? Ну, типа этот Харан, он окружен... Желтый свет — это огонь. Имитация света, она нахерово проработала. Ну это огонь, типа, видишь, а тут дым идет, где желтый свет. Не, разве? Да не, вон, да, это огонь. Смотри туда. Не, там есть города. Вон, видишь, на той стороне. Вон, видишь, херу. Ну там что-то светится, да. Там типа люди, ну, живут. Ну что, мне подсказываешь, что это конкретно огонь? Ну, уже с этой стороны, живут. Со стороны нашего города, из желтых областей идет дым. Ну тут мост разрушен. У нас рассвет тем временем. Хорошо, что нет плавающих зомби. Денис уже близко, смотри, он почти под нами. Маленькие дырки, да, ребят? Это... Маленькие Денис, дырки. Ты говоришь на самом маленьком острове, да? Скорее, ну, вот. Такой с растениями, по-моему. Их здесь с растениями, раз, два, три, четыре, и один очень маленький, пятый. Я помню, там есть. Я помню белые обои. Денис, ты где там? Черная лезгинка, я внизу. И нас тут много. Dying Light. Ой, не да. Ой-ой-ой, блин. Я только что прокачнул вот этот уворот влево и вправо. У меня до этого он не был прокачан. Я, короче, нажимаю такой вправо и чуть не улетел с вышки. Вот стоит в DK мультиплеерный, там тоже базы, да, есть, типа, с выжившими. Я просто бы хотел поиграть в мультиплеер. Там дорогая. И там бесплатное, бесплатное дополнение скоро выйдет. Что ты там пиздишь? Расскажи мне, пожалуйста.
Давайте, пацаны, принимайте челлендж. Принимайте челлендж. А какой челлендж? Кто окажется в нужной точке раньше всех? Стойте, давайте тогда вместе полетим вниз. Чтобы это эпично. Ну, в этом и фишка, какая разница, любыми способами. Ой, куда идти? По метке, там она зеленым все. Так, стойте, не летите. Блин, ну. Да какая разница, таймер уже пошел, все. Слава Украине! Родная слава! Мы потом телепортнемся назад? Нет. Это чисто для развлекаловки. Нам бы торговца какого-нибудь найти. Хочешь продать мне этот? Ну-ка, Денис, пиздани пару раз по моему баллону. Хотя бы разочек пиздани по нему, молодец. Руфер! Ой, быстрый. Где? Все. Не, он все равно рубит. Сзади. Ты с калибром появишь? Да. Но у меня пока не сказано, что он сломан. В характеристиках внутри написано, что сломанный. Да, написано. Его нельзя. Так, кстати. Ну, блядь. Так, ну я его один нельзя... раз ударил. Он, походу, изначально сломан. Нет. А, нет, он меня не сломал. Мне хп мало, хп мало. Тут меня в вадиках бедлан напал. На самом деле, хоть он и сломанный, он все равно рубит прям пиздец. Какие тут замесы, бля, я ебал. Ну да, он рубит хорошо. Это мой починил. Да и даже сломанный рубит пиздец. Иди, его там коротит вообще. Хотя тоже коротит, будет плохо. Ой. Да, я понял, коротит. Нам надо какое-нибудь место хорошее. Проверил? Не, еще я. Нет, тут машину закрыл. Я, кстати, по-моему, на шипы можно накладывать. О, на столб можно забраться. А, кстати говоря, плюс Эскалибура, знаете в чем? Сломанный, да, может, как среднее оружие, просто он уже не ломается. Я еще раз это говорю. А можете мне ответить, зачем сюда нужно было забираться на столб? Наверное, чтобы за провод ухватиться. Я не буду рисковать. Я рискну. Не, я рискну. Это была ошибка. 10 из 10. Да, это 10 из 10.